У меня сегодня день рождения. И чувствую, как из глубин откуда-то поднимается сформированная годами установка, что день рождения – это момент, когда нужно подводить итог тому, что уже прожито, планировать то, как я буду дальше жить. И этому дню всегда есть множество эпитетов. Важный день, праздничный день, значительный день, знаменующий день, весомый день. Но по большому счету все это лишь слова. А что придает вот этому дню такой вот вес, такую значимость, такую важность? По большому счету только мое умозаключение, мое отношение к этому дню, мои убеждения, установки какие-то, что такое это есть, ну, например, праздничный день, и как его нужно проводить. И это касается любых каких-то знаменательных дат, которым мы придаем важное значение. С понедельника начну, с первого числа, с начала месяца, с начала года. И нам кажется, что если мы как-то привяжемся вот к этому началу чего-то, и оттолкнемся от чего-то, как нам кажется, важного, то наша жизнь просто в один миг изменится. Давайте посмотрим вот как-то по-другому на все эти важные дни и события. Ну, например, сегодня 8 сентября, и я не знаю, что у меня сегодня день рождения. Как я проживу этот день? Ну что, я вот утром встал, сделал зарядку, принял душ. Если у меня день рождения, как я это буду проживать? О, это важно. Я начну больше суетиться. Я подумаю, ладно, сегодня можно зарядку отложить. Мне же нужно подвести итоги. Мне нужно составить какие-то планы. Ну, в общем, сам себе напридумывал сложности и начал их решать. Итак, если бы я не знал, что этот день важен, то я бы его просто проживал, как проживаю каждый день. Когда я не знаю, что это Новый год, что это начало года, что это начало месяца, что это первое число, или еще какие-то важные события, с которых нужно начинать что-то делать в своей жизни. Если я не буду это знать, как я буду проживать каждый день своей жизни? Вот, собственно говоря, с этого вопроса, наверное, нам и нужно учиться жить в своей жизни. Не с важного дня, не со знаменательного какого-то события, о, оно мне поможет куда-то двинуться. Да нет. На самом деле мы познаем себя каждый день, и даже более того, не каждый день, а каждую минуту, каждое мгновение. Мы стремимся, конечно, попасть в какое-то место, о, вот там что-то произойдет. Мы стремимся попасть в то время, с которого что-то начнется. Но оглянитесь по большому счету. Каждое знаменательное событие в нашей жизни. Каждая возможность познавать себя, открывать себя, трансформировать себя, развивать себя, реализовывать себя, оно присутствует вот сейчас. И именно сейчас нужное время. И именно здесь нужное место. И если я вот здесь сейчас стою, то это то место, с которого я могу делать шаг вперед. И время, в котором я сейчас нахожусь, это то самое время, с которого я могу все что угодно начинать. Поэтому предлагаю почаще возвращать себя, развивая свою осознанность, вот к этому пониманию и осознанию. Если в вашей жизни что-то произошло, и вы думаете, а как же он, когда теперь будет следующий Новый год, чтобы что-то начать сначала, когда еще там что-то будет, вы остановите себя и напомните себе, я нахожусь сейчас в нужном месте, и сейчас для меня самое нужное время. Все. И больше нет никаких проблем. Можно смело начинать или продолжать все, что вы хотите или продолжаете делать. Вспомните о том, как
делались вами какие-то дела, которые вы довели до завершения. Да, было начало, процесс и завершение. Вы их делали не в один миг, раз, и все сделали, потому что это был важный какой-то день. Нет, вы их делали постепенно, шаг за шагом, действие за действием, изо дня в день, и достигали результата. Так же все в нашей жизни, и так же и наша жизнь, она делается нами ежедневно, ежеминутно, ежемоментально. Поэтому, оказывается, все очень и очень просто. И вся наша жизнь зависит только от нас. И мы находимся всегда в моменте, во времени, в нужном, вместе, в нужном для нас. И дальше все зависит только от того, насколько мы прикладываем, да, свое внимание, свои усилия к тому, чтобы что-то делать. Независимо от того, познаем мы себя, делаем что-то руками или движемся куда-то. Напоминайте себе чаще про это. И в вашей жизни возможно все в этом месте и в это время.